Профилактика диабета – основа здоровья нации. В рамках проекта с таким названием на площади возле Крытого рынка открылся мобильный диабет-центр. В течение 3 дней все жители Саратова могут бесплатно сдать кровь на сахар и тут же на месте получить консультацию эндокринолога, если показатель будет завышен. Диабет, по словам специалистов, опасная болезнь, поскольку в большинстве случаев начальная его стадия протекает бессимптомно. Человек же обращается к врачу только тогда, когда уже требуется медикаментозное лечение с помощью инсулина. В Саратовской области число больных с сахарным диабетом ежегодно увеличивается на 7%. На начало года на учете по этому заболеванию состояли 75 тысяч взрослых жителей нашего региона.